Я игрушка. С игрой «В поисках цвета» развивать память легко. Расставьте фишки цветной стороной вниз. Перемешайте карточки заданий. Игрок берет карточку, переворачивает ее и кладет рядом с собой. Задача — найти фишки нужного цвета. Игрок проверяет то количество фишек, сколько на карточке указано кружочков с цветом. Вытянул нужный цвет — фишка остается у игрока. Ура! Если закрыты все цвета на карточке, берет следующую карточку. Не удалось найти все цвета — ход переходит к другому игроку. Карточка с невыполненным заданием остается у игрока до следующего хода, где он попытается закрыть оставшиеся цвета. Такая фишка заменяет любой цвет. Победителем становится игрок, набравший больше всех фишек. «В поисках цвета» — веселая и очень увлекательная игра.